В Институте психологии и образования Казанского университета состоялся третий международный конкурс-выставка «Вектор успеха 2018. Инновации в дефектологии». В рамках этой выставки прошла работа по секциям и круглый стол. Там обсуждались пути комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Чтобы организации, вовлеченные в этот процесс, не варились как бы в собственном соку, а имели возможность пообщаться с коллегами, поговорить о существующих проблемах, найти какие-то пути решения. И естественно, если все это происходит в рамках такого мощного университета, как КФУ, то приобретает это еще особый смысл и научную направленность. На круглом столе обсуждался региональный опыт развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также технологии психолого-педагогического преподавания. У нас в городе Казани открыты 5 ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра. И, естественно, те проблемы, которые в течение года возникали, мы хотели бы озвучить и найти совместное решение с помощью кафедры Института психологии. Мы целый год уже совместно с Институтом психологии работаем, и те тьюторы, которые были предоставлены для сопровождения для таких детей в наше учреждение образования, это как раз студенты вашего учебного заведения. И они нам оказывают глобальную помощь. Организация обучения этих детей. Международный конкурс-выставка «Вектор успеха 2018» направлен на разработку совместных научно-практических проектов, расширение связи между образовательными учреждениями и вузами России. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.